Вы тут ходите, если не хотите помочь. Мне ужасно нравится. О, боги, опять охотник. Хватит отрывать меня от работы. Так я никогда не закончу. Ваша командирша Райка приказала мне выковать противодраконий заслон. Похоже, я обронил ключ от подвала, когда виделся с Даной в коровнике Тима. Ну, невелика цена. А мне надо полезная вещица. Эй, охотник! Я Рихард Гордер из Алерота. Хотите подзаработать? Я занимаюсь тем, что ищу и истребляю гоблинов. Этих зеленых выродков здесь полно. За каждое гоблинское сердце, которое вы принесете, я заплачу золотом. О, вижу охотничий азарт. Принесите сердца, а за деньгами я не постою. Полезная вещица. Thank you.
охотник, умоляю вас, помогите. Я в беде. Вернее, мои хрюшки в беде. Новый порядок отнял троих. Но эти хрюшки мои любимицы. Я растил их не для мясника. Благослови вас, боги. Моих свинок увели в хозяйство Яксонов. Шепните слово «ветчина» на ушко моему Гаврюше, и все они убегут в безопасное место. Вечно что-нибудь сторожим. Здравствуйте, охотник. Новый порядок счастлив вас приветствовать. Как здорово, что наши ордена в согласии друг с другом. Так чем могу быть полезен? Хорошо, если что, свистите. Эй, охотник, это свиньи нового порядка, ясно? Как-то лучше. Салют охотнику! Так чем могу быть полезен? Хорошо, если что. Салют охотнику! Так чем могу быть полезен? А что, например? Наш долг спасти их. За мной, искатели! С удовольствием. Зачем вы послали нас гоняться за ветром? В лесу вообще нет красоток. Вот именно. То есть, если вы хотите об этом поговорить... Погодите-ка, где же свиньи? Похоже, что со свиньями можно попрощаться.
Полезная вещица. Повезло. Это старый запыленный дневник. На обложке значится имя Карла Яксона. Тетрадь исписана страшно корявым почерком. Скучные записи о приплоде скота чередуются с заметками об урожае. Вдруг вы натыкаетесь на рассказ о человеке по имени Будка Белина. По всей видимости, он приударил за женой Карла. Карл убил Бута. Карл сознает свою вину, но страшно рад, что вышел сухим из воды. Какая радость! Охотник, не окажется ли девушке любезность? Прелестно. Пожалуйста, отнесите это письмо в деревню кузнецу Дирку. Только не говорите ничего моему мужу. Это личное, понимаете? Добро пожаловать, охотник. Я Йозеф Раднер, капитан стражи. Что это? Дневник Карла Яксона? Зачем вы его принесли? Во имя избранного. Карл убийца? Делать нечего. Придется взять его под стражу. Вы только что раскрыли дело об убийстве 10-летней давности. Но вы-то